Всем привет! В этом выпуске скринкаста мы с вами поговорим о том, как создать среду для выполнения RxJS. Если вы работаете с Angular, то все уже предоставляется из коробки. Но если вы не хотите использовать Angular, а хотите просто отдельно создать свою песочницу на RxJS с TypeScript, то этот выпуск скринкаста для вас. Я уже подготовил и выложил в open source репозиторий RxJS TypeScript Starter. Если вы не хотите разбираться, можете просто его скачать и использовать. Что он из себя представляет? По факту зависимость только одна на RxJS. И мы с вами будем использовать, конечно же, TypeScript для компиляции, Webpack, который будет все для нас собирать. Для него специальный лодер, TypeScript ATS лодер. Плюс Webpack для DevServer, чтобы это сразу все удобно показывать. Я уже прописал в package.json команду start, которая запустит Webpack DevServer. Если мы посмотрим npm start. Собрал проект, теперь заходим на порт 3000 и видим, запустился наш код. Запустился код нашего index.ts. Сразу поддерживается браузер reload, если мы что-то остановили или изменили.